Огонь оставил без крова две семьи. В Миассе сгорел частный дом на двух хозяев. Один из жильцов поставил кастрюлю на плиту и уснул. Когда проснулся, кухня уже полыхала. Вчера в районе 4 часов вечера жители автозавода могли заметить большую задымленность в районе реки Миасс. Как оказалось, это горел не лесной массив и не трава, а жилой дом на два хозяина. О происшествии нам рассказал инспектор пожарной безопасности Антон Трушков. Горел дом. В результате пожара пострадала кровля, стены, внутренняя отделка, потолок. Вот. Причиной пожара явилась неосторожность при приготовлении пищи на газовой плите владельцам дома. То есть дом является на две половины, два владельца. Один из владельцев решил приготовить себе пищу и уснул. И вот в результате этого произошел пожар. Пожарные быстро среагировали на вызов. От звонка пострадавших до приезда огнеборцев прошло 4 минуты. За 15 минут огонь был потушен. В результате пожара две семьи фактически остались без крова, так как огнем повреждена и вторая половина, принадлежавшая другому хозяину.